Не хуже, чем в Алма-Ате. Владимир Путин уверен, что предстоящая универсиада в Красноярске пройдет блестяще. Сегодня он проверил подготовку спортивной столицы Сибири к молодежным играм. И также российский президент успел встретиться со спортсменами, которые заняли призовые места на прошлых состязаниях в южной столице Казахстана. Из желающих сделать селфи с Путиным выстроилась целая очередь. Юные спортсмены сделали президенту подарок – плюшевую сибирскую лайку. Это животное станет талисманом универсиады. Молодежные игры пройдут в России впервые. Для них нужно подготовить более 3 десятков объектов. На встрече со спортивными чиновниками президент подчеркнул – вся инфраструктура должна работать на благо людей и после спортивного форума. Говорил Владимир Путин и об антидопинговых программах. И еще одно, о чем хотел бы сказать. Это о чистоте спорта. Имею в виду антидопинговые программы. Ну, вот сейчас мы только что с Виталием Георгиевичем тоже говорили на этот счет. Я хочу его поблагодарить за ту работу, которую его комиссия проделывает по работе по этому направлению.